повороты. Блять, тупая. Подвесной какой-нибудь. И закрывать ванну, когда принимаешь душ, потом ведром все. Аккуратно. Ну-ну. Есть, блядь. Хуя себе, блядь. Дурачок, куда ж ты ее так воротил? По-моему, он съемку решил.
один человек собрал возле себя всю команду. Ну, грузин, короче, тяжело мяч отобрать. Блядь, нет, я согласен, что у него тяжело мяч отобрать. И родственник, и плиту, и эту всю... ...специальных установках. Так вот, ведущим производителем таких установок называет себя на корпоративном сайте Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов. Предприятие работает 55 лет, и за это время выпустило 550 тысяч стерилизационных установок. Завод особо упоминает, что к сотрудничеству привлечены партнеры, использующие современное высокотехнологичное оборудование, которое обеспечивает высокое качество и надежность... Какие вот есть нахуй. Блин. Ой. Блять. Сука. Ему в ответ от самого себя ежесекундное сопротивление. Блять! Попадает второй. Какая борьба за выживание называется? Ты не знаешь. Но правило все же есть. Каждый день, кроме выходных, в 3 часа дня. Пиздец, блядь, какой. Ты меня слышишь или нет? Слышу, ну, только, блядь. Вик, малыш, нормально? Ах, подлец. Что ж оказывается? На допросе у следователя. Ёбаный ты, Полосич, рот, нахуй. Его еще утром. Блять, сука! Пидорас, ёбаный, блять! Сука!